Итак, BMW X5 G05. На этом автомобиле мы поставили пороги нашего нового образца рестайлинг с большим выходом. Машинку мы закончили. С этими порогами однозначно на 100 миллионов % будет гораздо удобнее и комфортнее заходить и выходить из автомобиля. Потому что мы, мало того, что мы сделали большой выход, M-обвес не меняет. При таком большом выходе заход под автомобиль очень глубокий, порогов практически не видно. Также мы поменяли панель, сделали ее на 1,5 сантиметра шире. Вот. Ну и поменяли ее внешний вид. Мы перестали вставлять в хромированные вставки. Все, данный автомобиль отдаем владельцу. Загоняем сейчас BMW X7 на установку. Уже не до трейд-ина, а на первую установку наших порогов. Спасибо.